Это волшебная полочка, господи! Мистер Каради! Серёж, Лёша! Она реально сама меня влетела, Суприм Панда! Чё творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, вы не поверите, что сегодня я купил из Даркнета! Это волшебная полочка, господи! Просто посмотрите на неё! Как же она мистически круто выглядит! Эй, Панда, вы не поверите, но в Даркнете писалось, что это самая настоящая волшебная полочка! То есть с помощью неё я смогу делать настоящее волшебство! А ещё там писалось, что я смогу двигать мебли! И даже управлять людьми, только вдумайтесь, это управлять людьми с помощью этой полочки! И именно сегодня, Панда, я хочу это проверить! Ли правда такая волшебная, как они говорят? Но бандиты Настя не будет знать о этой полочке, поэтому для нее это будет что-то новое! Сначала ее пранка, но уже потом расскажу я о ней! Эй, бандиты, давайте на ТВ наберем... Я не знаю, сколько наберем лайков, Панда, вы просто в последнее время слишком мало ставите лайки! Меня это огорчает! Поэтому, бандиты, я не буду ставить определенную сумму лайка, давайте просто сколько наберем, сколько будет! Просто будет опускаться ниже и жми свой лайк! Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Ведь перед время Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, не нравится же быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Самой сильной банде на ютубе! А тем временем мы ищем 3.00 и используем эту волшебную палочку! Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Сейчас я буду проверять эту волшебную палочку. Господи, знали бы, как я волнуюсь. Я очень хочу, чтобы она была рабочая. Это же из-под того, что если она реально будет издавать волшебство. И, Банда, тут у меня стоит специальная табуретка, которую сейчас буду двигать с помощью этой волшебной палочки. Господи, хоть бы у меня все получилось, Банда. Надеюсь, вы готовы. Раз, два, три, погнали. О, черт, гляньте. Я реально ведь ноги вы это видите, Банда. О, господи, это просто жесть. Посмотрите на это. О, черт, это было жестко, Банда. Вы это видели, Банда, она реально рабочая. Это просто жесть. Окей, теперь давайте протянем назад эту табуретку. Если я смогу протянуть эту табуретку назад, я буду самым счастливым человеком. Надеюсь, вы готовы, Банда. Потянули, Банда. Черт нужен. Посмотрите, я реально тяну. Это просто жесть. О, господи. Она немного зацепилась. Нужно поднять. О, господи, гляньте, здесь нету никаких лезвий. Как видите, она реально тянулась. Тянем, Банда, давайте скорее. О, господи, просто посмотрите на это. Видите, я реально тяну. Это просто жесть. Волшебная полочка рабочая. Я в шоке, Банда. Мне еще никогда так не везло с Даркнетом. Окей, все, хватит. Это просто жесть. Это просто чудо, не волшебная палочка. Не знаю, как вас, Банда, но меня это реально впечатление, просто в шоке! Я никогда раньше не видел такой волшебной магии! Эй, Банда, знаете что, давайте теперь попробуем поднять табуретку вот так вот вверх и посмотрим, что тогда будет! Окей, Банда, ну что, вы готовы? Сейчас я поднимаю эту табуретку с помощью этой волшебной палочки! На счет три, Банда! Раз, два, три, погнали! Я реально поднимаю, вы это видите? О, господи! Это просто жесть, она реально подлетела, Банда! О, черт! Я в шоке, вы это видели, Суприм Банда, она реально только что подлетела! О, черт, Суприм Банда, вы просто это видели, палочка реально рабочая, я в шоке! Я только что смог поднять эту табуретку с помощью этой палочки. Это же Суприм Банда, мне все, в общем, это не верится. Она реально работает, черт возьми. Господи, вы бы знали, как у меня шоки, что эта палочка реально рабочая. Окей, что ж, тем не менее, Банда. С минуты на минуту должна прийти Настя. Сейчас я попробую пранкануть, и мы посмотрим, как ей это понравится или нет. Я думаю, это будет жестко, Суприм Банда. Йо, окей, Суприм Банда, скоро уже придет Настя. Это просто жесть, вот волшебная палочка. Я уже готов, где она там? Банда, вот эй, она. Сережа, я пришла! Черт, так его волшебная палочка. Раз, два, три, погнали! Вы это видели, Банда, это просто жесть! Эй, Настя, что случилось? Я ударилась! О, упала как-то! Ты не знаешь, что это было? Не знаю, возможно, вот это посмотри, что я купил! Что это? Это волшебная палочка, глянь, что она может! Ай, Сережа, перестань! Я знаю, прости, пожалуйста, но нереально работает, просто жесть! Смотри, как еще могу! Ай! Я знаю, прости, окей, все, больше не буду, обещаю, вставай. Смотри, какая она крутая, это просто жесть, мне еще не верится, я не купил, Настя. Прости, отдай, не хочу, что ты делаешь, где-то дай. О, черт, что ты мне сделал, Настя, успокойся, пожалуйста. Сейчас посмотрим, тебе ли понравится. О, что ты наделал, Настя, зачем это? Ха-ха-ха, Сережа, тебе да, нравится. Что, снять меня штаны. Окей, тем не менее, Настя, видишь, там что-то написано на этой палочке, давай я тебе его покажу. Глянь, это реально необычная палочка, она реально волшебная, только что тут стульчик двигал, ты в это не поверишь. Просто посмотри, какая она необычная, скажи. Да. Вся такая деревянная, крутая. Глянь, здесь что-то написано. Так, я не могу понять, что здесь написано. Это точно не наш язык. Абайбаланисти диркаради. Сереж, о господи, что это, Сережа? Сережа, эй, Сереж, может скорую, Сереж? Эй, о господи, Суприм Банда, вы это видели? У Сережи с рта шла кровь. Это просто жесть, Сереж, что с тобой там? О господи, Сереж, что там? Это просто жесть, Настя.
Сережа, что это? Я не знаю, оно само залезло туда. Я его держала, оно само влетело. О, господи, не во мне, ты это веришь, Настя? Это просто жесть. Что вообще происходит? Черт, ну так болит, это жесть, Настя. Я не знаю, что делать. Это просто жесть, она реально сама меня влетела. Супрепад, это такая жесть, господи. Окей, нужно как-то вытащить Настя. Господи, черт, это просто жесть, вы это видели, она реально полностью во мне залезла. Это жесть, супрепад, господи. Ай, черт, это просто жесть, как же оно болит, банда. Вы это видели, она реально в меня сама влетела. Просто вот так вот, банда, это такая жесть, вы бы знали, как это болит. Черт, а еще эти слова на полочке, они реально какие-то необычные. Ой, черт, посмотрите, даже на полочке осталось моей крови, это жесть, банда. Черт, я не знаю, что с ней делать, нужно от нее как-то избавиться, Настя. Нужно поломать. Да, давай. Ой, черт, окей, банда, ради того, чтобы она больше никому не попалась, потому что она очень опасна, я ее сейчас поломаю. Ай! Сереж! Эй, Сереж! Сережа, а что с тобой? О, господи, у него жар! Нужно перенести его на кровать! Сережа! Эй! Сережа! Сереж! Ну же! О, какой ты тяжелый! Сережа! О, господи, супрепода, это жесть! Он упал, у него реально жар, я не знаю, что делать! Я ложу ему компрессор, чтобы хоть немного его охладить. Ах да, я еще примотала ему рану, чтобы немного остановить кровотечение. Надеюсь, это поможет. А по поводу волшебной палочки, он ее не отпускает. Я не знаю, что делать. Он держит ее. О, господи, супрембады, я не знаю, что делать. Вызвать скорую. Ну что я им тогда скажу? Сережа, что с тобой? О, господи, посмотрите на его глаза. Они черные. Что с ним? Господи. А! Сережа! Я вот не могу от третьего поколения заключенный под стражу. Вы украли мою волшебную палочку. Спасибо, что освободили. Господи, нет, что это вообще такое? Это точно не Сережа! Спасибо, что прочитали заклинание на палочке и освободили меня. Я всемогущий маг, теперь это тело мое. Любенькая, правда? Я не дам тебе захватить тело Сережи! Кто ты такая, девочка? Я тебя уничтожу только одним махом. Выходи, пока даю шанс. Я тебя не боюсь! О, господи, нет, только не это! А, о, господи, супрембаны, кто это вообще такое? Он вселился в тело Сережи, что теперь делать? Господи, что происходит? Эй, Настя, очнись! Эй, Настя, очнись! О, господи, эй! Черт, нет, только не это, погоди! Черт, нужно что-то сделать! Нет, Настя! Оживинус! Оживи, пожалуйста! О, черт, нет, только не это, пожалуйста, уже Вероника погибла, только не ты! О, господи, Бон, это просто жесть! Это видите, Настя тоже потеряла сознание! Хотя, может, и не просто потеряла сознание, что делать, я не знаю! О, господи, оживи! Пожалуйста, оживи! Почему она не работает, когда надо? О, черт, это просто жесть! Супрепада Вероника погибла, что если и Настя тоже! Я не хочу этого допустить, Настя, очнись! От этой палочки только одни проблемы! Черт, нужно ее просто сломать, а! Все! Это конец, больше никакой мой! Настя! Что происходит? Эй, Настя, ты жива? О, черт! Ты не поверишь, тебе не было пульса, я просто сломал палочку, и ты ожила! Это просто жесть, супрембанда, вы это видите, Настя, ожила! О, господи, это град, Настя! Всего лишь нужно было это поломать палочку, и все, тогда вся магия пропадет, ты осталась жива! Что здесь было, Настя? Сюда приходил маг, он чуть меня не убил! О, господи, это просто жесть, супрембанда, то, что говорит Настя, ужасно, я ничего не помню! Значит, я все посмотрю на камере, это жесть, Настя, не знаю, что делать! Слава богу, что мы уже сломали палочку, но здесь больше никто уже сюда не придет! Да! О, господи, это просто жесть, Настя, я в шоке! Здесь был реальный маг. Да. Окей, супрембанда, я реально в шоке. Я не знаю, что это такое, но это реально стрёмно. Больше никогда в жизни не хочу покупать новые палочки из Даркнета. Слава богу, что мы хотя бы эту сломали. Давай попробуем ее немного испробовать. Окей, она будет работать. Давай, ну же. Окей, она не работает, Настя, слава богу, черт. Это шесть, супрембанда, я очень рад, что эта палочка больше не работает. Это самое настоящее зло.
И как хорошо, что как только я сломал палочку, Настя сразу же ожила. Это просто жесть, покажи. Я реально разломал ее на обе части. Видите, две части этой палочки. И она вся в моей крови, суприпанда, это ужасно. Окей, суприпанда, тем не менее, я рад, что все наконец-то закончилось. Вот комментиз от прошлого видео. Гослинг, какие шикарные, просто дальше комментарии. И просто знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего очень нужно это опуститься ниже. Нужно звонок, колокольчик и все, брат, нажимай на видео. Лайк, лайк, комментируй на видео, бандит. Эй, бро, давай опускайся ниже, жми лайк и пиши комментарий. Я очень тебя об этом прошу, ведь это нам так нужно. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей суприм банде. Ведь кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, мне очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самый сильный банди на ютубе. Эй, бро, помни о нас, оставайся такими шикарными. Пока!